большой радостью принял сегодняшнее предложение прийти сюда, в этот легендарный зал. Наш округ, он вообще насыщен талантами. Сегодняшние таланты – это вы. Чувство патриотизма, любви к родине, они как раз рождаются вот в таких коллективах, которые несут память нашего Отечества, нашей Родины. Здоровья, любви, успеха. Мы вами гордимся. Вы самые-самые лучшие. Поздравляю. Сегодняшний день – это большой праздник от того, что наши дети показывают то, чему они обучались в течение длительного времени. Это превосходно. Это исторический экскурс. Прекрасная молодость, юность, будущее. Мы очень любим наш ансамбль, всегда друг друга поддерживаем. Нам очень нравится радовать людей тем, что мы танцуем. Это действительно волшебство, праздник, каждый раз находиться на сцене. Конечно, мы тренируемся, это физическая нагрузка, но без труда не бывает никакого результата и вот такого замечательного концерта. Это не просто коллектив, это не просто большой труд, это семья.